Мы рады приветствовать вас во Всероссийском детском центре «Орленок». Спорт всегда объединял под своим крылом людей различных национальностей. Поэтому я желаю всем спортсменам на этих соревнованиях показать свой самый лучший результат, судьям оставаться беспристрастными. From China, my name is Xu Jianhao, and first time I date China team come to Russia for do this championship, and I'm so happy for here. People is so nice, and for China guys is like good friend. Yeah, come to here, change time is difficult for us, and new bike is different before I running bike, so it's too hard race for me, I think. So this race I do MX Open, have a lot of in the world come good rider, so I think it will be nice race, but it's difficult, I think. I'm in China, Kaiyo is my sponsor, so come to here, a lot of many people did Kaiyo, and a lot of people did this bike. For me it's a very good for me because it's made in China, so it's like China bike going to world. It's good, it's great. 我第一次来到俄罗斯，这里非常的漂亮，然后很高兴参加这场比赛。这个场地非常的漂亮，然后这里的气候也非常的棒，希望这次比赛能取得一个不错的成绩。Мне нравится, погода прекрасная. Он полон надежд, и вообще хотелось бы, конечно, победить в этой гонке. В общем, позитивный самый настрой. Рядом со мной наш партнер Rolling Moto. Привет, как у вас сегодня настроение? Привет, отличное настроение. Мы очень рады участвовать в этом грандиозном событии, показывать здесь свою технику. Приехали ребята из Китая, представители завода мототехники Kaiyo, чьим дистрибьютором мы являемся. Так что отличная погода, шикарное настроение, отличное. Работаем. С ребятами из Китая успели подружиться? Подходили, они очень заняты, сейчас готовятся к заездам. Ну, я думаю, уже в конце дня поплотнее пообщаемся. Я уверена, что все получится, дружба состоится, потому что это все-таки, друзья мои, кубок содружества. Из Rolling Moto можно уехать, я так понимаю, в кепке, да? На мотоцикле. В кепке, со стулом, на мотоцикле, в брелочках, шнурочках. Вообще, оденем, обуем. We'll be right back.
проделали большой, долгий путь из Китая. Устали или нет? И как вам вообще здесь погода и атмосфера в Орленке? Это первый выход мой за границу, и как бы и климат мне по душе нравится, и атмосфера, и мотоциклы, и все, короче, все здесь. Все мне по душе и очень нравится. Мы приезжаем в Фулу.